Тело третьего спасателя, погибшего на Майкаинском руднике, нашли в Павлодарской области. Его обнаружили на глубине 70 метров и подняли на поверхность спустя почти полгода с того момента, как автобус с людьми провалился в воронку старой шахты. Личность погибшего будет установлена после проведения экспертизы. Однако по предварительным данным считают, что это 36-летний Айдос Шаймерден. Его извлекали вручную, чтобы не повредить. На это ушло почти 10 часов. Об этом рассказали в компании «Майкаин Золото». Пропавшим без вести числился и 55-летний водитель Аип Тлеубергенов. Напомню, беспрецедентная трагедия произошла 4 января этого года. Тогда автобус с тремя горноспасателями и водителем по дороге на вызов провалился в очистное пространство шахты. В тот же день поисковый отряд нашел тело двоих. Поиски оставшихся затянулись из-за угрозы обвала стенок котлована. В конце июня поисковые работы возобновили. На место проведения аварийно-спасательных работ прибыли спасатели ДЧС Павлодарской области, которые совместно с ТОО «Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб» подняли на поверхность тела и передали следственно-оперативной группе. Сейчас проводятся экспертизы и устанавливается личность найденного спасателя.